Сорт томата великолепный белый, плюс P20. Вот такие вот красивые плоды, нежно-кремового цвета верхушка и с фиолетовыми разводами возле плодоножки. Плоды все ровненькие, округлые, но они могут быть и слегка приплюснуты. Вот такие вот красивые. Это среднеспелый сорт. От высадки семян до сбора плодов проходит около 100-110 дней. Очень урожайный сорт. Высота куста около 1,5 метра. Формировать лучше тоже в 2 стебля, чтобы получить хороший урожай. Сейчас взвесим более крупный плод. 120 грамм. Но в первой кисти томаты могут достигать веса до 300 грамм. Сейчас посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой вот сочный, мясистый, многокамерный томат. Внутри он тоже кремового цвета. На вкус сладкий, чуть-чуть с фруктовой ноткой. Плоды не подвержены растрескиванию, все гладенькие, ровненькие. Этот сорт хорошо подходит для употребления в свежем виде в салатах, а также для консервации. Будет очень красиво смотреться в баночках. Сорт довольно высокоурожайный, так что выращивайте у себя и получайте массу удовольствия от этого сорта.